Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Предприниматели, которые не остановили работу, могут рассказать о себе. В ИТПП запускает проект «Бизнес в кризис». Это будут обзоры информации о предприятиях, членах палаты, которые в кризис не остановили работу, но изменили формат или профиль и хотели бы сообщить об этом клиентам и партнерам. Информацию в ИТПП планируют ежедневно публиковать на своем сайте и в соцсетях. Тех, кто хочет рассказать о своей компании, просят писать на электронный адрес vcci@vcci.ru с пометкой «Бизнес в кризис». Программа «Экономика». На ОМЗ рассказали, как работают во время коронавируса. Предприятие отнесено к системообразующим. Работа его на период карантина не останавливается. По словам исполнительного директора Мутнинского металлургического завода Сергея Волоскова, загружено сейчас предприятие в соответствии с планом. Формируется портфель заказов на ближайшие месяцы. У сотрудников при входе замеряют температуру, выдают им маски собственного производства. Несколько раз в день проводится дезинфекция и отменены командировки. Кроме того, на предприятии наладили выпуск раствора для дезинфекции. Его предоставляют коммунальщикам для обработки подъездов и детских площадок в нескольких населенных пунктах Омутнинского района. Экономика на 101 FM. На автозаправках фиксируется снижение цен в разных регионах страны, отмечается изменение ценников, наиболее заметное, по данным Интерфакса, в Алтайском крае и в Республике Алтай. АИ-92 и 95 подешевели на 40-45 копеек. В среднем по стране цены на бензин АИ-92 снизились на 4 копейки, до 43 рублей 4 копеек за литр. 95-й подешевел на 3 копейки, до 46-10. При этом подорожало зимнее дизельное топливо на 27%. Сейчас средняя цена по стране 48-44. А вот в Кировской области Чепецкнефтепродукт снизила в апреле стоимость дизтоплива на 50 копеек до 48 рублей за литр. В компании снижение цены объяснили снижением биржевой стоимости топлива. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 73 рубля 71 копейка, евро 80.67. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.